Италия. Воскресенье, всех, кто отмечает этот праздник. Светланка пришла на море. Кстати, не очень-то и холодно. Ну, у меня варежки есть. Сейчас Светлана разогреется. Давай, давай, разминайся. Теперь, девочки, приседания. Главное, ровная спина. Попу отпячиваем назад. И так, раз, и. Давай. Два, и. Три, и. Заканчиваем упражнение. Четыре, и. Улыбка. Голова ровно смотрит на море. Носик поднят. Уголки губ подняты. Руки скрещены около груди. У кого нет груди, на уровне пупа. О, моя школа. О, давай, давай, Светуха. Это вам мотивирующее видео от моей кумы. А что так плохо видно, не могу говорить? А что так плохо видно? Давай. Наверное, неудобно этот. Наверное, не песок, может, камни там. Палату открываем. Мне не надо, я не знаю. Всем привет, Ледокоп Солнечная Италия на проводе. Слушайте, девочки, мальчики, мужчины. Я заказала суши, заказала рис. Хочу ответить сразу на комментарий, который писал, что Марина, на кого похожа? На кого? Что можно сделать с этой, сейчас, с этой прической? На кого я похожа? Вот так вот волосы. Я не хочу сейчас это вот начинать с самого начала. Знаете, наша песня хороша. Волосы убила я не стейшеном. Волосы я убила своими руками, я там лазью. Вот сейчас их осталось мало, я там уже не лазью, прикиньте. Я заказала суши. Заказала себе рис талендези. Вот, и я что-то такое. И суши я ела позавчера, когда приходил Джорджо с папой. И София я заказывала китайский. Это такая быстрая, быстрее всех, кто может приехать, ну как бы нам всем нравится. Я заказывала суши, тоже ела рис, пила кока-колу. У меня нет никаких ограничений, я читала ваши комментарии, что прям кума пришла и посадила меня прям на траву. И типа одна была козой, другая стала, как-то там был написан комментарий. Еще подобного делаю, что мне хочется, ем как мне хочется. Единственное, я поняла, что все-таки мое интервальное питание, мне нужна интервалка. Все. Я дверь открывала, потому что я мыла полы. Светлана встала с утра, отжалась и сделала какие-то упражнения. Я встала, взяла ведро в руки. Каждому свое, девчонки. Не надо оскорблять в комментариях и писать. Ем я рис. Суши я уже третий, это получается за эту неделю третий раз уже я заказываю. И сейчас проснулась и захотела, я сказала, не делай мне коктейль, я не хочу, потому что у меня получается много очень перекусов, я, блин, пухну. Огурец, чеснок, лук обожаю, брокколи, сейчас принесут рис с рисом и суши принесут. Поэтому, как бы, я себя ни в чем не ограничиваю. По поводу того, что, типа, вы плохо выглядите. Ну, то, что на голове, меня Светлана подстригла где-то 2 недели назад. И вчера вот тут вот она мне равняет, подстригает. То, что можно сделать с этими волосами на данный момент, это вот так вот. Я их подкрашиваю в красный цвет специально, потому что у меня отросли корни. Если их не подкрашивать, я, получается, что смываюсь, и еще хуже получается. Поэтому я просто подкрашиваю их вот в красный цвет, чтобы немножко какой-то был перепад от корней. Когда я села на лавочку есть бутерброд, как будто опять отчитываюсь. Когда я села есть на лавочку бутерброд, я даже не подумала, что да, еда на вынос, я даже не подумала, что нельзя сидеть на лавочке. Меня так затюхали вот эти вот правила, какие-то нововведения какое-то. Я уже затюханная всем вот этими делами, вот этими, не знаю, села на лавочку с бутербродом. Никто не подошел, ничего не сказал. Не подумала, что нельзя сидеть на лавочке. И если я сижу ем на лавочке, я что, кого-то заразила или что?
Или я заражаю кого-то. Сидит себе человек и ест на лавочке. Господи, я там съела его за 2 минуты тут бутылку. И пошла себе дальше. Была уставшая, потому что рано встала. Ходила на важную очень встречу. На очень важную встречу. С очень тяжелым человеком ходила. Поэтому, естественно, девочки, на лице все отображается. У меня, по крайней мере. Врать я не умею, не научилась, наверное. Ем, пью кока-колу, пью вино. Вчера шампанское, приходил друг шампанским. Никто ничего не отменял. Веду свой... Вот, смотрите, сейчас открываю. Пришло. Открыто. Вы просто, одни говорят, делай светоканал. Естественно, канал света, как можно сделать канал, если такое, такие комментарии. Не в том плане, что она начиталась и вошла в свой транс. Нет, пофиг, но все равно. Салют, открытый. Ау. Бюджетно. А, курельбира. Куда я маджу? А, окей. Винти сэра. Чувалькодич, ну. Здесь. Работа non era, era senza codice. E di sotto 25. Aspetta. Sì. Tutto a posto? Sì, te? Sì, tira avanti. Sempre bella come al solito. Sì, grazie mille, sempre gentile come al solito. Allora. Oggi deve entrare Alexandra. Sì? Dove? A casa. Non sta più di là. No, perché ora è finita quarantena. Ah. Ormai. Ragazzi, ora vi faccio vedere cosa è arrivato, ci sono un po' cagù. Ristorante, называется Pechino. Pechino. Ciao. Ciao Marina, buona giornata. Grazie a voi, grazie mille, buon lavoro, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Это в подарок привез, я не заказывала, привез пиво в подарок. Смотрите, естественно, когда я, допустим, там себя что-то пихаю, человеку неприятно, потому что человек за здоровый образ жизни, это нормально. Но мне никто ничего не указывает, не говорит. Наверное, не привез, а нет, привез для суш. Естественно, человеку, возможно, неприятно видеть свою подругу, которая там... неправильно, допустим, питается, а могла бы правильно питаться. Сесть на шпагат могла бы лишний раз. Но у меня так забит день, что у меня в круговороте событий. Суши. Он, кстати, очень вкусные суши принес на той неделе. Не на той неделе, а позавчера. Не принес ни имбирь, ничего. Сказала, положи весь комплект. Это я постоянно, у меня проблема открывать здесь. Светлана купается. Я бы за то, чтобы она открывала канал. Пусть бы она открывала канал. Кому бы надо, смотрели. Кому не надо, вы не смотрели. Я считаю, что канал открывать надо. Ну как, у нее есть уже, просто что заливать свои видео. И все. Она просто, она вчера говорит, слушай, говорит, смотрю, вот не могу понять. Когда ты успеваешь, говорит, мои фотографии, говорит, брать с этого... с Инстаграма, говорит, и к себе на канал, говорит, что ты там рассказываешь, это вообще не могу понять. Я говорю, я вообще ничего не рассказываю, у меня фотографии мои. И она мне показывает, высвечивается девочки, которые, ну, обсирают нас, блогеров, вот. Я говорю, ты что гонишь, это не я, говорю, это, ну, фанаты, которые как бы смотрят и, ну, типа, на этом зарабатывают, обсирая других. Она говорит, да, я говорю, да. Я говорю, ты что, дурная, что ты такие названия писала, я сюда поставила, чтобы не это... Я говорю, да, там, говорю, есть 3 точки, просто нажми на 3 точки, чтобы тебе это не рекомендовал YouTube, говорю, все. Бомба. Так. Вкусненько. То есть, по-любому вы хотите, да, если у вас образ... ей тяжело, больше ей, наверное, тяжело со мной, потому что я не, где-то неправильно, не где-то, не там, ну, неправильно питаюсь. Могу себе позволить выпить, покурить, поматюкаться, но... М-м-м.
ей со мной тяжелее, потому что компания такая, но не мне. Безусловно, ей хочется, чтобы я больше была привлечена к жизни. Ну, называть человека я не понимаю, зачем. Все как раньше, ничего не изменилось. Только салями нет в холодильнике. Саша придет, сделает покупки. Человек, наоборот, старается что-то привить полезное. У меня окна здесь были открыты. Здесь окошко открыто. Сейчас это надо. Полы протирала. Так что, девочки, все под контролем. Не надо переживать, обзывать. Все. В моей комнате надо окошко закрыть. Я просто не снимала, когда пришла София с Джорджем и с папой. Потому что как-то мы быстро сели. Там надо было кое-что решить. Мы занялись все вместе этим вопросом. И как-то неудобно было. Ну что, мы разговариваем по делу. Прям когда сразу принесли еду, как-то сразу ее все раскрыли. Ну ладно, не буду уже тыкать. У меня свет телефон. У меня постоянно каждые 5 лет на голове какой-то бардак. Каждые 5 лет. Отрастут волосы, ничего страшного. Алло. Не захотелось сегодня. У каждого свои принципы. Мне нужно встать. Помыть пол. Все. Не обсуждается. Так. Так. Суши берем. Или роллы называются, или суши, не знаю. Я уже на этой неделе, там третий раз. Всем приятного аппетита. Полы помыла. Не, сейчас я хорошо. Не обзывайтесь.